В Ульяновской области прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Ульяновская правда». Главное спортивное событие апреля. Самый масштабный спортивный праздник нашего региона. В этом году она юбилейная, 80-е. Сегодня у нас участников заявлено 4220 человек. Это во всех группах наших и во всех наших забегах. По традиции к нам приехала команда Самарского технического университета. Мы увидим команду Чувашской республики среди инвалидов. Вот это очень интересно будет. Это борьба тоже будет. Инвалиды по зрению. Церемония открытия праздника спорта впечатляла размахом. Первыми на площадь с российскими флагами въехали байкеры клуба «Ночные волки». Далее состоялся парад участников эстафеты. Команды школ, вузов, средних специальных учебных заведений, трудовых коллективов, сборные муниципальных образований, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также целые семьи ровным строем прошлись по Соборной площади. Свою команду выставило и правительство региона. В ее состав вошли 23 человека во главе с губернатором Алексеем Русских. Я благодарю всех участников, которые сегодня примут здесь старт на этой 80-й эстафете. У нас много гостей, которые приехали из других регионов России. Есть и международные команды. Уверен, что эстафета будет жить. Желаю всем участникам здоровья, силы и молодецкой удали. Алексей Русских напомнил, что легкоатлетическая эстафета региона ведет свое существование с далекого 1943 года. Начало ей положил пробег по улицам Ульяновска. Легкоатлеты стартовали с площади Ленина, а финишировали на стадионе «Спартак». Переходящий серебряный кубок тогда выиграли гвардейцы-танкисты. Посмотреть переходящий кубок ульяновской эстафеты 70-80-х годов и проследить за историей эстафетного движения в стране можно было в передвижной выставке, которую предоставил на один день Государственный музей спорта. Разумеется, мы захотели рассказать не только об этой эстафете, а вообще об эстафетной истории в нашей стране. Она у нас очень длинная, начинается с 23-го года. И, собственно говоря, эта славная традиция не прерывалась даже в годы Великой Отечественной войны. Многие фотографии для уникальной выставки помог найти и рассказал об истории эстафеты ее летописец, мастер спортивной журналистики, начальник департамента массовых коммуникаций администрации губернатора региона Владимир Лучников. 83-й год я приехал, я пришел на работу в Ульяновский комсомолец и стал освещать спорт. Тогда я приходил как из Ульяновского комсомольца, но тоже репортаж свой писал. А в Ульяновской правде, когда перешел в 85-м году, тогда уже начал освещать ее. И освещал до 2006 года. Я вот издал книгу, в которой много моих репортажей, вот с тех вот эстафет, где я был. И там разные периоды в эстафете были. В этом году соревнования прошли под девизом «Эстафета поколений, эстафета победителей». Почетными гостями мероприятия стали представители Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова и Юрий Барзаковский. С эстафета начинается вообще все движение, в частности, в легкой атлетике. Эстафета – это праздник любого соревнования, независимо от того, сколько дисциплин в этом соревновании представлены. Потому что эстафета дает такой азарт, такой ажиотаж. Так болельщики болеют по-настоящему, и ребята выкладываются по полной программе. А вообще это третий раз. Первый раз, когда была, загорелась. Тоже просила, умоляла, чтобы меня тоже включили в команду. И мне дали такую возможность. И поэтому действительно целый год мы ждали этого праздника. Зимой, когда встречались здесь на соревнованиях, все это обговаривали. Именно Юрий Барзаковский во время забега передал эстафетную палочку губернатору Алексею Русских, а Ирина Привалова ее приняла. Глава региона пробежал 160 метров на одном из самых сложных участков от обелиска Славы вверх по улице Гончарова.
Этап сложный был или нет? Ну, тяжелый он, в горку. То есть под горку, конечно, легче бежать. Но я, в принципе, на этом, когда в горку, мне легче. Поэтому я сам его выбрал. А так, все замечательно. Новшеством эстафеты этого года стал презентационный забег участников специальной военной операции. По словам организаторов, в следующем году планируется создать из ветеранов СВО отдельную команду, чтобы они могли бороться за призы эстафеты. Эстафета 2024 года посвящена году семьи, поэтому неудивительно, что количество семей участников эстафеты заметно увеличилось. На старт вышло 24 команды из разных районов области. Они все прошли очень серьезную подготовку. Первой пришла на финиш мама семьи Михалкиных, Екатерина. Мы всей семьей готовились, причем сначала с конца той эстафеты, поэтому, в принципе, мы ожидали, но боролись все равно до конца, потому что не знаешь, кто приедет, но мы лучшие. В эстафете традиционно участвовали команды крупных предприятий. В третий раз в забеге приняла участие команда ульяновского филиала ПАО «Т-Плюс». Мы стараемся всегда участвовать во всех, как минимум, городских мероприятиях спортивных. Поддерживаем это движение. В том числе мы участвуем в наших внутренних корпоративных соревнованиях по многим видам спорта. Очень приятно участвовать в юбилейной эстафете. Вот. Ну, этап пробежался и дался нормально. В принципе, сказывает свое спортивное прошлое. Все участники легкоатлетической эстафеты преодолели 23 этапа общей протяженностью 7,5 километров. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.